Всем добрый вечер, дорогие наши подписчики. Какой-то сегодня финальный день. В плане, что пасти гусей. Сейчас напасут, уже и закрою их. Наше местное время в Кургане 18:26. У нас местное время, не московское. Московское сейчас в данный момент. Так, если у нас 8, а там 16:26. Это у нас получается 26 минут 7, а у них 26 минут 5. Вот, московское время имею в виду. У нас местное время. Мы на 2 часа ложимся спать и на 2 часа раньше просыпаемся и на 2 часа раньше кушаем. Вот такие вот дела. Вот какое вот облако опять над нами. Вот, красота наша. Видите, как у нас красиво. До сих пор все еще зеленое. Все зеленое. Не то ли сегодня давление, то ли что, не могу понять. Целый день голова болит. Правда, не мерила давление. Но надо хотя бы померить. Дома есть аппарат этот. Мы как-то покупали дедушке покойному. Правда, умер. Дедушка у нас умер, а аппарат у нас остался. Все живое рождается для того, чтобы умереть. Что люди, что птица, неважно. Вот такие дела. Мои красавцы. Идут, пасутся, не мешают никому. Едят свою любимую травку. Да. О, пошлите в поле. Давайте идите в поле. Там много вашей травы. В поле пошли? Пошли в поле. Я говорю в поле, а не назад. Назад. Пошли. Иди, мой маленький. Иди, вот маленький, белый, Линда. Пошли в поле. Они понимают. Видите, я говорю в поле, и сейчас пойдут в поле. Пошли в поле. Давай. Туда. Дальше пошли. Пошли, мои красавцы. Там, видите, вся зеленая трава. Там та трава, которую они любят у меня. Давай. Мои красоточки. Мои усечки-красоточки. Вот они мои. Мои усечки-красоточки. Смотрите, какая зеленая красивая трава. Какая с гусями красота, правда? Мне они тоже нравятся. Ой. Наблюдаю за ним, как они кушают. Что? Назад. Что это такое-то? Назад, говорю, вы что? Я что здесь? Собаки в деревне лают, вот испугались. Они очень пугливые. Собак боятся, это 100%.
Что такое девочка моя? Что? Что такое моя девочка? Мои красотки. Угу. Видите, пасутся, пасутся, голову поднимают. В случае чего настороже, чтобы бежать. Ой, не могу над ними. Ну все, 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 побежали, побежали. Побежали. Один бежит, и все бегут. Знаете, вот это, помните мультик? Все бегут, и я бегу. Вот видите, даже вот даже бегут, и идут, и даже в строй идут. Смотрите, видите, вот. У них нету вот этого разброса. Смотрите, ряд. Видите, за друг дружком пошли. Ну все, они уже сейчас будут отправляться домой потихонечку, а я за ними. И у нас всегда так. Так что вот, дорогие наши подписчики, всем пока. Спасибо вам, что вы у нас есть.